Всем привет из Армении. Добро пожаловать на рынок ТТМ. Сегодня мы на субботнем авторынке. Поддержите лайком. Погнали вперед. Вот сегодня суббота, ребята. 12 ноября. Сегодня уже русские тоже начали. На прошлой неделе, если дагестанцы, чеченцев много было. Сейчас уже русских тоже очень много, вот с рюкзаком, видите, россияне, будем говорить, потому что из всех уголков России приезжают, из всех национальностей. И очень много перекупов снова начало приезжать на перепродажу, везут. Многие частники не рискуют приезжать, а перекупы приезжают большими партиями, чтобы увезти на продажу. Вот такой вот Toyota Alphard, ребят, 2005 года, 3-литровый движок, 73 тысячи километров пробег, в Армении не эксплуатировался, написано. Цвет белый жемчуг, велюровый салон. Монитор, ветровики, повторители. Вот. Цены на трехлитровки, ребят. Вот эти. От 15 тысяч до рестайлинги, от 17 тысяч рестайлинги. Друзья, всех приветствуем на канале Раритет ТН. Сегодня мы вот встретились с моим подписчиком из Ставрополя, с Гамлетом. Вот ходим вместе по авторынку. Привет, Ставрополе! Джава Кашхарки! Да, вот Гамлет мне говорит, что его все время смотрят внуки. Передавайте, можете передать приветствие привет внукам. Внукам, детей! Совсем. Как зовут? Внука? Давид, Милашка, Этера, Эльмира. Давид, Эльмира, всем привет из Еревана. Счастья, здоровья. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Приветствую вас на канале Раритет ТМ. Меня зовут Сергей. Это моя жена Виктория. Вот. Мы из солнечного и теплого города Краснодар обратились к Арсену за подбором автомобиля. Арсен сделал все быстро и все очень красиво. По времени подбора все это заняло, наверное, дней 5, не более. То есть уже неделю назад мы к нему обратились за подбором. И вот мы уже тут в Армении, в Ереване, в этом прекрасном добром городе, где замечательные люди, замечательная архитектура. Вот этот прекрасный автомобиль Nissan Rouge 2018 года, СВ комплектация, Midnight пакет на черных дисках, все есть. Дальше приобрел данный автомобиль для своей замечательно любимой супруги Виктории. Вот, машина очень нравится, Виктория. Тебе нравится автомобиль? Да, машина мне очень нравится. А больше всего мне понравился сервис, который здесь оказал нам Арсен. Вот, так что мы рекомендуем Арсена. Обращайтесь за автоподбором. Арсен все делает красиво и очень быстро. Действительно быстро. И качественно. Ребята прям действительно бегают. Не просто ходят, а бегают. Везде мы... Во все банки, ГАИ успели в один день. Даже мы сделали это все за полдня. Так что рекомендую, обращайтесь. Арсен не подведет. Уважаемые подписчики, хотелось бы в целом сказать несколько приятных слов об этой стране. Армения – замечательная, гостеприимная страна. Ереван – прекрасный город, в котором вы можете совместить приятное с полезным. И, собственно, приобрести себе новый, красивый,
и доступный автомобиль. А за этим делом обязательно обращайтесь к Арсену, он вас точно не подведет. Вы не только приобретаете автомобиль, но еще и куча положительных эмоций. Так что мы рекомендуем. Вот этот вот пикап, ребята, Nissan. 14 тысяч долларов, говорит. Nissan Pathfinder. Подвеска на рессорах. SE 4x4, полный привод. На машине установлено ГБО. Двери закрыли, ушли. Машина на автомате. Коробка. 2005 года, ребят. Nissan Altima, ребята, SL. Смотрите, какая красотка. Ненаглядная. Просто загляденье. Вот русские, видите, сколько русских ходят везде, ищут. Бесключевой доступ, люк. Nissan Altima. Сикан, Иса, брат. BMW X-Drive 5.0. BMW X6, ребята. Супер тачка. Çağırıyor da ailes. Yine iş kan ne? Kemerli var mı muhafızın? Смотрите, сколько новых машин завезли, ребята. Hyundai Santa Fe. Все, что хочешь, есть. Один момент Santa Fe вообще не было, друзья. Только цен не указано. В жирной комплектации, смотрите, бесключевой доступ, кожаный салон. Подогрев сидений, климат-контроль, большой монитор, двойной мультируль. Все, что хочешь, есть. Это бомба, пушка, ракета. Santa Fe Sport AVD, то есть полный привод, плюс спорткомплектация, то есть более шустрая, более маневренная и скоростная машина, то есть у них рывок более хороший бывает на спорткомплектациях, разгон. Даже шторки на задних стеклах есть, блин, такое очень редко бывает. Линзованная оптика. Mitsubishi Eclipse Cross, ребята, ES. Смотрите, какая шикарнейшая красавица. Супер. Тканевый салон, там большой монитор. Кнопка старт-стоп. Цвет белый жемчуг. Блестит на солнце очень эффектно.
Если что, ребята, обращайтесь к Арсену, он машины подберет, все поможет, все красиво, как положено. Даже сюда ездить не надо, отправить домой даже машины. Через него мы сейчас 6 машин приобрели, очень хорошие, нормально все. Так что мужчина, Арсен, говорю, ага, ездит, нормально, контур.